Мы в ответе за тех, кого перевозим. О важности соблюдения правил перевозки детей напомнили автолюбителям сотрудники ГИБДД. Инспекторы останавливали водителей, проверяли наличие детских кресел и ремней безопасности, попутно напоминали о правилах перевозки ребенка в автомобиле. Детское кресло защищает маленького пассажира не только при резком торможении и маневрах на дороге, но и снижает риск получить тяжелые травмы при ДТП. Госавтоинспекция напоминает всем, что ребенок в транспортном средстве должен перевозиться в специальном детском удерживающем устройстве до 7 лет. Это на заднем сидении. Если вы перевозите ребенка спереди, то детское кресло нужно использовать до 12 лет. Также хочется всем водителям напомнить, что за неправильную перевозку детей у нас предусмотрена административная ответственность. Штраф 3000 рублей. Еженедельные рейды проводятся для предупреждения и выявления нарушений. Дисциплинированный водитель – гарантия безопасности ребенка не только в автомобиле, но и на дороге.